Добрый день! Вы на канале Мистер Вапл, и вас ждет в этом видео очень много сочных крутых тачек. Правда, некоторые будут битые. И да, я на 60-ке, которую мы разыгрываем. Сейчас припаркуюсь, расскажу. Там приехала наша двойка, которую мы в партнерский пригон пригнали. Но давайте перед этим пару слов про 60-ку. Она готова, полноценно. Вот посмотрите, как она и получилась. Все, что вам нужно сделать, это одно маленькое условие. Подписаться на всех, на кого подписан я. Есть, правда, один косячок. Ребята, которые нам клеили пленку, не попали в тон заднего бампера. Должны его перелепить на этой неделе. Так что по итогу к розыгрышу она будет вообще просто супер. Десочки. Ну, это сок, это отдельный сок, который просто хочется смотреть и смотреть. Внимание просто конское. Везде на МКАДе ее пропускают постоянно, постоянно сигналит. Я же даже стесняюсь, если честно, на ней ездить. Сегодня выехал просто для того, чтобы снять видео. Так каждый день даже не езжу. Ладно, идемте к М240. М240, как волшебно звучит, да? Это не просто вам 220 какая-нибудь. Пока, короче, мы сюда тут вообще заехали, угадайте, чьи это все колеса? Мы тут устроили распродажу. Ну, не волнуйтесь, пока этот видос выйдет, уже все распродано. По-моему, осталась одна пара буквально колес. Так что следите за моим инстаграмом. Там постоянно можно самые сочные предложения по дискам и колесам найти. Внизу описание. Ну, или здесь вот где-то еще на экране. Короче, ребята, это BMW M240, который мы купили на канадском аукционе в партнерский пригон. Кстати, партнер по этой тачке мой одногруппник с универа оказался. Он ее купил, а мы ее ремонтируем для него. И потом мы ему поможем продать эту тачку. У нее был удар чисто морда, она приехала вообще без морды. Сейчас подкинем фотки. То есть просто морды не было, она осталась там где-то в Канаде на обочине. Были повернуты кончики лонжеронов, мы выровняли кончики лонжеронов. Все это дело обработали, обработали герметом, загрунтовали, покрасили, собрали железо морду. Приехали к Вове в Доберман сервис, наш любимый Доберман сервис. Будем собирать систему радиаторов, освещение фары, вот эти все патрубчики, тоники. Короче, вот задача Вовы сделать, чтобы она была полностью собрана и поехала. А затем едем уже на малярку. Прикольно то, что в этой тачке будет покрашено только три элемента. Бампер, крыло и капот, и все. То есть, ну, как бы, казалось бы, морды нету, но по факту плевый ремонт. Только что нужно вот эти все пластички пособирать. На данный момент все запчасти Ориго, и все остальное тоже заказываем с Ориго. Разумеется, сейчас сложная эта ситуация в мире. Тяжело с запчастями, многие приходится там окольными путями заказывать, но тем не менее. И еще закоцанный диск, то есть диск будет под реставрацию. А так просто я уже жду, не дождусь, пока этот трехлитровый на палочке поедет бочком. Все согласовано, не волнуйтесь. Машина партнерская, но все согласовано. То как-то получилось, что я работаю. Спасибо большое. Пожалуйста. Это все Илюха такой. Руль вкручивай налево еще. Илюха, я тебя больше слушать никогда не буду, а? Еще, еще, еще. Еще! Куда еще? Наверное, какой-то задолбал меня, а? Так, идемте, пока ребята будут встретить BMW, устроим экскурсию по всем машинам, которые здесь стоят у нас. Потому что тут половина машин наших. Е36. В прошлом году она отхлебывала по форсункам. Когда на ней даешь обороты, она были проблемы. Ребята вроде бы сделали плюсовое поле. Провод на форсунки и на топливный насос выкинули отдельно, должна проблема уйти. В пятницу, либо в четверг, скорее всего, поедем тестить. Снимать не будем, наверное. А может, снимем. Не знаю. Смотрите у меня в инстаграме, там точно будет видос. Дальше. Боевой конь, от которого я очень кайфанул зимой. Ну не так, Вова, не так! Все восхитительно, нужно поменять только правый рычаг, просто там уже сайлентблок расшатался. До сентября месяца мы его вообще не трогаем, в сентябре поменяем сайлентблок, какие-то, может быть, мелкие, посмотрим фишечки, масло поменяем и все. Так что до следующей зимы его не трогаем, это чисто зимняя гонка. Дальше, М5, может быть, Вова когда-нибудь мне ее дешево отдаст, но не факт. Nissan Patrol. Он уже был почти готов, но начал глючить карбюратор. Вот такая прокладка нужна в карбюратор. Сейчас найдем, кто сделает, либо купить, где ее.
Так что поменяем эту прокладочку и поедем в лес на шашлыки. И Toyota GC86. Она уже продана. В нее внесли задаток сегодня с утра. Завтра с Краснодара чуваки едут. Завтра или после... Когда ли? Завтра или послезавтра приедут? Да. Завтра поздно вечером за GC приедут забирать ее. $22,000 дзинь. Машина ушла. Тоже с партнерского пригона. Партнер очень доволен. Блин, конечно, сложная ситуация, но тем не менее как-то никак получается продать машину. Кстати, Мустанг наш черный, который мы еще копили на Теслу купили, мы тоже его завтра с утра отдаем, мне за него внесли задаток, так что дзынь. К сожалению, продали дешево, потому что едут машины, у нас есть обязательства, и, конечно, можно было всех послать, но тем не менее обязательства важнее, нужно устанавливать машины, которые к нам едут с аукционов. Это не самое важное. BMW M240 в продаже $55,000. Подожди, еще рано, Илюха, еще рано. Продали его $23,000. Да, знаю, дешево, но мы продали его за один день, потому что мы вообще за него хотели 26, но тут пришли две тачки на таможню, надо закупать запчасти, мы просто его за один день скинули и все. Приехали две машины нам на СВХ. Это Mazda MX-5 и Chevrolet Camaro. В этом видосе вы их увидите, наверное, завтра либо послезавтра поедем их забирать, покажем, что за тачки и что там были за удары. А пока сейчас мы его дождемся, послушаем, что он тут скажет про BMW там, по срокам и по деньгам. А он идет, смотрите, вот. Похлопаем, звезда нашего сюжета! Вы уже соскучились по этой обезьянке, да, наверное? Вова, тебя ждут! Тебя ждут! Ничего страшного, настоящий директор СТО, не эти все Филькины грамоты. Вот смотри. Чипок через неделю наездил. Не через неделю, смотри, вот здесь вот куча свидетелей. Ну ты знаешь, к чему идет, да, речь? Нет. Вова обещал мне сделать осенью. Угу. Тут такое дело, что сейчас 21 февраля. Ты должен сейчас просто пообещать нам всем, когда она поедет. Никогда. А, ну все, договорились, отлично. Ты слышал, а как? Что? 31-го обед. Да. 31-12, смотрите в Инстаграм, подвел мне Вову или не подвел? Подвел, по-любому. Если подвел, то работает бесплатно. Что бесплатно? Ничего. 31-12 ты мне дашь список. Только одно, блин, без подстав, Вова. Ну, все, что ты хочешь сейчас от меня? На следующей неделе... Поедет. Поедет, да? Ну, хотя бы заведемся. Я обещал малярам, что в конце следующей недели ее отправлю на... Завести еще надо. Ты так обещаешь, пока не заведи. А что, нужно, не заведется? Ну, это твоя машина. А, да, точно, это моя машина. Я не удивлен буду ничему. Илюха, твоя задача по этой тачке, чтобы все болты стояли оригинал. Ты там, где мы покупали подрамник, они сказали, вот ведро, выбирай. Вот эти болты должны... Не перекладывай свою ответственность на меня. И вот смотри, вот почему-то отгребаем мы вдвоем. А что, не, подожди, Илюха. А он что будет в это время делать? А ты все это сделал? А он в это время будет бородучиться. У Ильи была ответственность каждую неделю продавать минимум две машины. Тебе рассказать, что было? Ну и что? О, идем. Нет, так как так получилось, что вы мне наезжаете? А мы сейчас наоборот все. До свидания, вон ворота, дверь открыта, все. Там 60-ка стоит, до свидания. Вы что, перепутали или что, Рамсы, вообще, что происходит? Илюха, ну серьезно, все, давай, нет, это твое. Нет. На камеру снимал, решим по-взрослому это. Решим по-взрослому, да? Давай, раз, два, три. Не, все, нет. Что ты за него? Ладно, развалит как девочка просто. Ладно, давай. Раз, два, три. 2-0. Сейчас, давай. Так, и раз, два, три. Блин, 2-1. Раз, два, три. Вот она была, бумага. Бумага была, все. Да, замедленно, пока что-то было. Помятая бумага, все. Это было ножницы. Это было вот так, все. 3-1. Вот этот болт у меня есть образец? Вот этого болта не было. Вот эти болты проверить, такие или не такие болты. Будем собирать в следующем влоге, посмотрите, как она будет уже сделана, наверное, будет даже на покраске. И что мы, все? Шестьдесятка, ну, готова, я вам рассказал про нее. Кстати, розыгрыш шестьдесятки в Инстаграме, переходите. Я не помню точных цифр, но, честно, задолбался с этой машины, мы в техничку вложили очень много денег. И для меня это, конечно, новая ступенька, я вот ее переосилил, сделал. У нас еще есть 92-й BMW, в прошлом влоге видели, на армянском учете. Готовим его к следующему розыгрышу. Там будет просто вообще разрыв шаблонов. Вообще разрыв шаблонов. Короче, 5 секунд и идем то самое, на забирать следующие тачки с СВХ.
ребят, уже не второй день, а третий. Мы вчера забрали Мазду Миату, но не волнуйтесь, сейчас заедем в гараж, вам покажу Мазду Миату. Было темно, уже не снимали. Сегодня приехали за комариком нашим. Давайте его погрузим, а потом пройдемся, покажу, что там вообще с ним. Блин, я не спорю, максимально немножко дурацкий удар, неудобно забирать. Разбита просто подвеска, и в связи с этим неудобно очень его грузить. Перепутал провода. Надо это вырезать. Перепутал плюс-минус. Я думаю, блин, что-то не реагирует на ключ. Не, не хочет, слабенький, надо прикуривать. Кстати, странно, что руль подушка не выстрелила, только две шторки бахнуло. Блин. Плохо, что люхари пропустили. Он маленький, ему удобней. А я тут ковыркаюсь. План барабан. Прикуриваем, выезжаем, накачиваем колеса, заезжаем на эвакуатор. Можно считать, что тачка на ходу почти, не бита, не крашена. И у нас, кстати, есть хорошие новости. Мы вчера продали Ford Mustang черный, дзынь, и продали Toyota GT86, которую видели в прошлом видео. Так что все, теперь их нету. Все машины уехали, кстати, на Россию. Люди вообще в шоке, что можно купить теперь тачку в Беларуси по стоимости нового Солярица. На самом деле там она выглядит ужасно, кажется, но никаких критики нет. Подвеска стойка меняется, рычаг меняется, бампер просто на болтах, капот на болтах. Самое худшее, что вот здесь вот идет отрыгать, это разумеется, будет сначала беспокрасочно выравнивать, потом отстукивать, здесь будет, ну, минимальный слой шпаклевки, да. Вот единственное косяк. Все остальное, как бы, вообще никаких сложностей в машине абсолютно нет. Просто погрузка выглядит ужасно, потому что, ну, без колеса, на двух колесах машина будет. Так, ребятушки, еще одна машина, которую мы забрали вчера, Mazda Miata. Вот еще Miata к нам пришла, такая маздочка. Очень веселый автомобиль. Решили Mazda с толкача завести. Сейчас, по-быстренькому. Спортивная? Это легкий перевертыш, потому что здесь вот у нее подмята немножко крыша, просто побит пластик, а по факту все целое. И самое интересное, что вот кажется Камара и Миата, но запчасти на Миату в 10 раз дешевле. К примеру, на Миату фара стоит $900-800, сюда фара стоит где-то $250-450. Бампер туда стоит $900, сюда стоит $90 бампер. Крыло туда стоит $200, здесь $90. Капот туда стоит на Камара $800-900, здесь капот стоит где-то $250-300, то есть все запчасти намного дешевле. И это у меня это тоже партнерский пригон, то есть один чувак говорит, давайте купим, сделаем, продадим, и мы вот этой темой занимаемся. Под капотом, кстати, она вся целенькая, давайте я вам покажу здесь. Упс. То есть вообще ничего не тронуто. Ну вот только от пластика здесь вот нужно будет это поправить. В остальном же моментов нету. Фарок. Здесь это вообще вся целая фара. Эту фару поменяем. У нас, кстати, плывет еще одна Mazda. И мы сейчас сразу купим комплект фар. И оттуда переставим сюда одну, а ту фару на следующую Miata поставим. И все вопросы. Кстати, кому диск, может, разыграем? Вот немножко побитый. И самое классное, что эта Miata на супер жирной комплектации. Она на механике, и у нее даже удержание полосы есть. То есть она просто вот жир на жире. Игрушка супер классная, хочется себе ее. Ну, значит, надо купить себе где-то еще одну такую же. Сколько денег она вам обошлась, вы хотите, наверное, спросить? Не скажу. Твою! Партнерский пригон, поэтому не хотят люди цифры озвучивать. Ну, в общем, сопоставимо с Toyota GT86, которую мы продали, вот где-то такие же ориентировочные цифры. Ладно, нам в следующем видео видите, к нам приезжает еще одна Miata. Dodge Challenger, ну, который купе, и Mustang 5-литровый кабриолет. Так что подписывайтесь на канал, будут дальше приходы, прикольных машин будем смотреть. И позже увидимся, когда эти машины уже пойдут на покраску. Расскажу вам конкретно, сколько потратили денег на восстановление той или другой машины. Пока.